Если же вы открыли данное видео, значит, вы сейчас, на данный момент, задаетесь вопросом, а не отрезать ли мне себе челку, а не обновить мне слегка свой образ, добавить какой-то изюминки, чего-то нового. Добро пожаловать в сегодняшний туториал о том, как самостоятельно, без особых усилий, самому себе сделать челку-шторку, удлиненную челку, челку на две стороны. И это будет абсолютно легко и буквально за 5-10 минут. Между прочим, на моем канале уже имеется небольшой плейлист различных челок. Одно видео, которое является самым популярным, это как самостоятельно самому себе сделать корейскую челку за 5 минут. Очень много довольных людей результатом в комментариях. Кому интересно, обязательно переходите по ссылочке, которая выскочит либо сверху, либо продублирую в конце видео. Если вы впервые на этом канале, не забудьте подписаться, дернуть за колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски, в которых вы узнаете еще много интересного об уходе за волосами. Меня зовут Слава, вы на моем канале, а мы начинаем. Итак, я себе челку отстригаю на свежевымытые волосы. Как можно заметить, вот они у меня влажные. Я не так давно вышла из душа, немножко их подсушила. Дальше я объясню, почему именно на свежевымытые волосы я делаю челку. Но это немножко дальше. Как можно заметить, у меня челка уже существует, но я ее буду сейчас корректировать и заодно буду показывать, как самостоятельно сделать себе удлиненную челку. Самое первое, на чем вы должны определиться, это где у вас будет пробор. К примеру, мои волосы, вот, естественно, ложатся посередине. Если вы хотите пробор делать со сдвигом в какую-то сторону, сразу же это определите, потому что от этого будет зависеть дальнейший, естественно, конечный результат. На следующем этапе вы должны определиться с глубиной челки. У меня, к примеру, челка очень глубокая. Я со своей густотой волос могу себе это позволить, но если у вас волосы не густые, сделайте ее менее глубокой. Где-то приблизительно 2,5-3 см, не больше. У меня она идет очень глубокая, меня это вполне устраивает. Но для большинства подходит где-то вот такое расстояние. Вот, вот такая глубина. Я же оставлю свою глубину. Дальше мы ставим расческу на пиковую точку и проводим линию. Линию мы должны провести таким образом, я сейчас показываю, вот таким образом, чтобы она у нас закончилась вот на этом расстоянии. Вот можете ориентироваться по своему глазику, где у вас идет внешний уголок глаза, приставьте линейку либо расческу и сделайте прямую линию вверх. Вот. Видите, у меня вот здесь заканчивается челка. И еще раз, делаем пробор. Лучше всего делать пробор тот, как у вас естественно ложатся волосы. У меня они естественно вот как раз посередине и ложатся. Единственное, что я его подровняла. Определились с глубиной челки. Я оставляю свою глубину челки, вы можете ее делать меньше абсолютно. Вы даже можете начать с меньшей глубины. Если вы видите, что вам маловато густоты в челке, вы можете эту глубину, конечно же, в процессе добавить. Добавить можно, а вот уменьшить не получится. Расчесали волосы, ставим расческу на пиковую точку глубины нашей челки и проводим линию. Вот. Вот здесь у меня заканчивается челка, как можно увидеть. И то же самое делаю с другой стороны. После этого обязательно проверьте, что у вас вот этот пробор ровненький. Я сделала пробор таким полукругом, можно делать треугольником. У меня есть на канале еще один туториал, там где делается именно вот таким ровным треугольником. Я где-то ссылочку обязательно оставлю. Сейчас же я челку делаю таким полукругом. Дальше мне нужно все лишние волосы, конечно же, убрать и зафиксировать, чтобы они не мешали. Почему я говорила, что я челку делаю именно на свежевымытые волосы? Потому что когда волосы вымыты, они у корней такие приподнятые, объемные, а это влияет на длину. Вот можно заметить, как будто челка сейчас у меня по длине выше кончика носа. Хотя, если бы волосы были грязные, они бы были более тяжелые, более приплюснутые у корней. И вот, видите, челка намного ниже вот этого места. Поэтому лучше всего делать челку на свежевымытые волосы. Делаем пробор, разделяем на две части. И делаем контрольный срез. Контрольный срез мы выбираем маленький треугольничек посерединке. Вот раз, небольшой кусочек. И с другой стороны два, небольшой кусочек. Вот.
Вот это мне будет служить контрольным срезом. Беру вот этот лоскуток и в расслабленном, не в натянутом состоянии, а в расслабленном, смотрю, какую длину я хочу. Вот, к примеру, вот кончик носа. У меня, в принципе, они практически такие же. Беру пальчиками и фиксирую. Когда я натягиваю, то у меня пальцы находятся ниже носа, хотя вот, будет на кончике носа. После чего я прядь чуть-чуть выше головы натягиваю и ровным срезом срезаю вот этот кусочек. Вот это моя контрольная длина, от которой я буду дальше отталкиваться. Только после того, когда я вот сделала срез на сухих волосах, я увидела, где у меня вот эта конечная точка моей челки, только теперь я могу смачивать волосы и подстригать. Смачиваю я их, потому что у меня волосы, видите, они вьющиеся. Чтобы я все правильно срезала, мне нужно смочить, чтобы они стали ровными. Дальше я делаю вот такие небольшие диагональные срезы для того, чтобы начинать формировать челку. Я их делаю не сильно густыми для того, чтобы я могла ориентироваться на контрольную прядь, чтобы я ее видела. Если взять сильно густые, тогда пряди видно не будет. И теперь вытягиваю в сторону. Пальцы держим тоже диагонально, как можно увидеть. Не ровно, не вот так, а именно диагонально, по диагонали. По диагонали, вот видите, пальцы уберу по диагонали, делаю срез. Сейчас это не сильно заметно, потому что у меня волосы начинают подкручиваться, но вот эта теперь часть крайняя, она длиннее вот этой части. То есть срезы будут вот так, диагонально идти. Опять по диагонали снимаем небольшую часть волос, так, чтобы видеть контрольную прядь. Смачиваю волосы, прочесываю, вытягиваю. Вот сейчас я вижу, вот видите, вот контрольная прядь и вот новая прядь. Я ориентируюсь по контрольной пряди. Оттягиваю, так, чтобы видно было, и делаю срез по контрольной пряди. Все. Срезаю следующую прядь по диагонали, смачиваю волосы, видите, то есть я волосы перекладываю, натягиваю в противоположную сторону от стороны челки, натягиваю и делаю диагональный срез по контрольной пряди. Ну и последняя прядь уже, которая осталась, смачиваю, вытягиваю и делаю контрольный срез. Да. Теперь вы видите, что вот эта часть у меня длиннее. У меня волосы подкручиваются, вот здесь у меня длиннее волос, он заканчивается как раз чуть-чуть ниже скулы, но на уровне подбородка где-то. А вот эта часть у меня сейчас, на данный момент, чуть-чуть ниже носика, но когда они высохнут, они у меня приподнимутся. Теперь абсолютно все то же самое, что я сделала с правой стороны, делаю с левой. Все делаем поэтапно. Беру небольшой лоскуток, небольшую прядь, убираю основную массу и беру опять вот эту мою маленькую контрольную прядь, вот она. Беру их вместе. Вот здесь даже видно, видите, разница между, сейчас, между новым срезом и старым. То есть я чуть-чуть укорочу. Смачиваю прядь. Теперь я волосы натягиваю в противоположную сторону. И диагональ вашей руки должна сохраниться точно так же, как вы делали с этой стороны. То есть если наклон был 45 градусов, с этой стороны наклон точно так же должен быть 45 градусов. Я натянула, делаю срез. Ну и дальше все уже по накатанной, как рассказывала ранее. После чего я проверяю симметричность. Я беру крайние пряди и смотрю, одинаковы ли они по длине. Беру средние пряди и смотрю, одинаковы ли они по длине. Ну и, соответственно, где-то у лица можно еще взять, у лица, у носика пряди. Я вижу, что у меня все одинаково по длине, поэтому длину корректировать мне не нужно дополнительно. Если все вот это делать правильно, корректировки длины вот этих прядей не нужно будет делать, потому что они будут именно четко ровные с обеих сторон. На следующем этапе мне нужно челку высушить и сделать небольшую укладку. Постарайтесь челку высушить таким образом, чтобы она была ровная, без вот этих завитков, если у вас волосы вьющиеся. Сейчас можно заметить, что челке не хватает филировки. Сейчас мы дополнительно профилируем еще челку, для того, чтобы вот этот сход был более плавным. Вот, держите вот так перпендикулярно. Теперь, когда я буду челку укладывать с такой боковой укладкой, видите, она все очень гладенько сходит и ложится на нет. В принципе, это все. Дальше я ее вычесываю, перебрасываю, и дальше она у меня ложится моим естественным путем. Ничего сложного. Вот челка, шторка готова. Все идеально. Конечно, сейчас она у меня очень прибита. Сейчас я еще раз ее сполосну и высушу, сделаю более объемной, так как я люблю ее укладывать. Вот так мои волосы выглядят после сушки. Еще дополнительно наношу увлажняющее масло, буквально 2 капельки, беру на ладошку, растираю
ладошках, когда они стали такие тепленькие, распределяю по волосам. И остатки, которые остались на ладошках, на кончике челки наношу. Вот, смотрите, какая красота. Все красиво ложится, дугой такой, полукругом. Красиво, градиентно, ровненько. Если вы хотите, вы можете филировку сделать более глубокой. Но, как я уже сказала, я не люблю таких глубоких филировок. Мне они просто лично мне не нравятся. Если вам нравятся более глубокие филировки, вы можете сделать, конечно же, глубже, чем это делала я только на кончиках. В принципе, я всем довольна. Ничего абсолютно сложного. Если вы хотите себе удлиненную вот эту челку-шторку, косую челку, пожалуйста, все в ваших руках. Смотрим туториал, повторяем, ничего сложного, останетесь довольны и оновите себе образ на лето. Чем мне еще нравятся удлиненные челки, косые челки, челки-шторки, это тем, что эти челки очень круто сочетаются с любыми прическами. Что бы вы ни делали, там понитейл, пучок, какие-то более элегантные прически, вот эти челки будут только красивейшим дополнением к вашей прическе. Сейчас я хочу нанести спрей на челку, но я не буду напрямую наносить. Я снимаю буквально немножечко на ладошку, растираю на подушечке пальчиков, чтобы ощущать, и потом наношу на челку, на кончики. После того, как я нанесла текстурирующий спрей, как можете заметить, прядки так отделились. Но это не обязательно делать, если кто-то не любит, когда прядки такие отделенные, тогда не делайте. Если кому-то нравится, когда вот после парикмахерской вот такие как будто прядки каждая уложена, воспользуйтесь текстурирующим спреем. Ну что ж, из сегодняшнего видео вы буквально убедились в том, что данную челку можно сделать абсолютно самостоятельно. На моем примере вы увидели, что эту челку я сделала сама себе, буквально за 5-10 минут. Много времени она у вас абсолютно не займет. В следующем видео я расскажу, как такую челку укладывать буквально за 5 секунд. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, дергайте за колокольчик, чтобы не пропускать следующие не менее интересные выпуски. Если же вы решились сделать эту челку, пишите в комментариях, получилось ли у вас все или нет. На сегодня я буду с вами прощаться. До следующих видео. Пока, лисички.